обременять свою жизнь и так далее. Вообще я хочу вам сказать, слушайте, вы думаете, что вы делаете события? Это правильно. Очень часто человек делает события сам. Это его минус. Какой минус? А давайте вот так подумаем. Если вы не знаете, если вы в своей жизни несчастливы, и счастье не появляется никаким образом, то разве может ваши мысли помочь вам быть счастливыми? И ваш выбор, может ли он быть правильным? Если ты несчастлив, и с тобой что-то происходит, и ты выбираешь, то тогда и несчастлив будешь. И что может изменить? Именно для этого люди придумали веру в Бога. Они начинают себе произносить: «Бог мне поможет, я Господи, не ты часть моей жизни, а я часть тебя. Сделай так, помоги мне, направь меня. Я чувствую, как Бог ведет меня, пусть Он меня обожает, и все события будут от Бога». После этого Николай участвует, Николай встречается, Николай спит с вами, Николай уходит. Ну и что это Бог дал? Зачем Он это дал? Почему Николай не свой? Это Бог дал для того, чтобы вы осознали, что нет плохих, нет хороших, есть бытие, человеческое бытие, где каждый элемент является ступенькой к другому элементу, ступенькой к элементу счастья. Если Бог дает тебе ступеньки, и ты на них вступаешь, то тогда это приведет тебя к счастью. А как люди делают? Бог для вас парнас такой поставил, и вы должны дойти к Богу. А вы на ступеньку становитесь, говорите: «Да я не хочу», и спрыгиваете. Как ты не хочешь? Ну как ты можешь не хотеть, если Бог для тебя это дал? Он тебе это создал, да, ешь. Ешь, но съешь до конца. Съешь до конца. Съешь до конца, не манипулируя этим человеком. Не манипулируя. Оно, поверьте мне, если одна и другая сторона наелась, то в дальнейшем всем от этого становится только лучше. Люди просто очень часто делают так, там, какую-нибудь идею, ну, хорош. Поэтому с Николаем, пусть будет с Николаем, ничего не ломайте, ничего не придумывайте, ни о чем не думайте, просто с радостью живите, улыбайтесь, будьте счастливы. Николай встречается, встречайтесь, Николай ухаживает, ухаживает, Николай обнимает, обнимает, Николай приходит, приходит, Николай дает, не женится, ну не женится, не женится, флаг ему в руки. Тогда, если Николай не женится на протяжении короткого времени, ищите другого Николая, говорите: «Ну, я же буду что-то рассчитывать еще, жизнь же проходит».